Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на одну очень интересную тему. Сегодня утром мне дочка спросила: мамочка, а в чем смысл жизни? Вот видите, я задумалась над этим вопросом, потому что если бы меня спросили лет 10 назад, я бы, наверное, ответила совершенно другие вещи. Наверное, для кого-то смысл жизни – это построить дом, родить сына, дерево посадить. Для кого-то смысл жизни, наверное, выйти замуж за богатого мужчину. Для мужчин, наверное, это карьера. Ну, в общем-то, для каждого это свое, что-то свое. Но я так немного подумала, вы знаете, вот вся жизнь буквально минут за пять пронеслась у меня в голове. И действительно, ну в чем же смысл жизни-то? Знаете, я думаю, что все-таки смысл в жизни – это достойно прожить на планете Земля. Как можно больше людей сделать счастливыми, помочь людям в трудную минуту. Ну, конечно же, никого не обидеть, ни словом, ни делом. Я думаю, что, наверное, это так. И, честно говоря, очень хотелось бы услышать от вас, дорогие мои подписчики, гости моего канала, как вы считаете, в чем же смысл жизни? Всех вас люблю, обнимаю вас. Желаю вам здоровья, здоровья детям вашим, вашим родным, близким, родителям. Желаю вам, чтобы все ваши мечты осуществились, чтобы все планы сбылись. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените отношения ваши, берегите друг друга.